Внимание наземным силам. Провал миссии влечет выселение в нежилое пространство. Отлично, еще один пост. Так, Мосман, где ты? Где? Ха! Вот она! Ха! Попалась! О-о. Пошли, Гордон. Не будем заставлять ее ждать. Обратной дороги нет. Вот она. Я поговорю с ней сама, Гордон. Она поможет нам выбраться. Эй! О, слава богу, кто-то... Алекс? Гордон? Как вы сюда попали? Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс. О чем ты говоришь? Черт! Назад, Мосман! Мы заходим! Алекс, что бы ты ни думал, поверь, я старалась защитить твоего... Заткнись! И радуйся, что ты нам еще нужна! Мы перенастроим телепорт и уберемся отсюда к чертовой матери. Видишь, мы работаем с одной целью. Я перепрограммировала модулятор для имитации зенретранслятора. Ты украла работу моего отца. Это ведь и моя работа. Я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит нести чушь! Смотри, Гордон, вон мой отец. Я его вызволю. Вы нашли Элая? Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Кляйнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы взаперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. О боже, и ты с этим работала? Как долго? Раньше? Никогда. Я ясно представляла то, что можно ожидать. Не сомневаюсь. Как будто нас поджидает. Альянс использует формирователь импульса с большой длительностью фронта, поэтому они долго заряжаются. О, ты его для нас уже подготовила? Молодец. Вовремя. Папа, сюда! Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Джудит, так они тебя освободили? Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Вот он, портал Альянса. Он меньше, чем я предполагал. Быстрее, Мосман! Доктор Кляйнер! Алекс, где ты? Мы в Новопроспект, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? В полной боевой готовности. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что это? Подожди, надо опустить это назад. Нет, стой! Что ты делаешь? Прости, Алекс. Это единственный выход. Нет! Вернись немедленно! Что происходит, папа! Алекс? Джуди, нет! Что происходит?
это за координаты? Куда она его отправила? Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. А где доктор Кляйнер? Доктор Кляйнер, выпустите нас! Алекс? Гордон? Боже, как вы сюда попали? И когда? Что случилось? Дорогая, я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялась, что мы не выживем. Похоже, телепорт взорвался в начале передачи. Да, это так. И последствия были серьезными. Но это было неделю назад. Что значит неделю? Мы с Гордоном были там минуту назад. Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Неделя? Что же мы пропустили?
Много чего, дорогая. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. А как насчет моего отца? Да, это очень неприятно. По словам Вартигонта, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой целью. Еще один твой друг прибыл пару дней назад. Пес, ты добрался! Молодец! Ну вот, смотри, все не так уж безнадежно. Я бы хотела разделить ваш оптимизм, док. Док, отвечай, ты там? Эй, док, ты там? Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. А вот это новость. А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт! Атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его? Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без лома. О, нет. Куда же она делась? Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Гордон, будь осторожен. Доктор Кляйнер, у нас нет времени. Не нервничай, она где-то здесь. Мы найдем тебе другого хэдкраба. Тут их целая куча. Хэдди, не повтори. Иди, найди Барни. Ламар! Ламар! Черт возьми! Да, Гордон, пожалуйста, продолжай. Ламар боится иди, твоей монтировки. Барни. Надо спешить.